can't see them. Я пойду за тобой, Эйвор. Я дождусь дня, когда ты выберешь меня. Ну, какие вести? Осталось двое. Что-то в последнее время в порту не слышно перепалок. Попробуй поискать там. Наверняка что-то узнаешь. Лети, Сюнин. Скажи, что там впереди. Торговые склады. Наверное, здесь хранятся товары купцов. Не стоит привлекать внимание. Склад охраняют люди Алой Руки. Этот порт важен для Ордена. Совсем дурак? Черная ткань на прилавках. Ладно, кто-нибудь другой этим займется. Но ты играешь с огнем. Игла может уколоть и за меньший поступок. Похоже, до совета жалобы торговцев так и не дошли. Yeah.
Ну же! Кого заберет Отис? Умри, умри! Все кончено! Укол иглы. Я уже близко. Телепорт. Взятый груз на рынке. Ему помогают торговцы, на чьих прилавках черная ткань. Может, я смогу привлечь их внимание, выдав себя за богача? Редкие товары. Они дорогие. Возможно, Алая Рука ими интересуется. Они копят деньги.
Ирландский рынок. Похвастаюсь-ка своим серебром. Привлеку внимание торговцев. На складе недавно был переполох. В каком еще смысле? Точно не знаю, в чем дело, но Игла решил усилить охрану. Встретимся тут, как стемнеет. Заглянем с тобой к нему. Они вернутся сюда к ночи. Проследив за ними, я смогу найти Иглу. Я съем твои глаза из костей поклёбку свою. Эй, друг, я вот не знаю, на что бы и серебро потратить. Не поможешь мне? Что у тебя есть? Мне уже нечего продать, но Копергейтский рынок – правильное место. Поспрашивай тут еще, кто-нибудь откликнется. Спасибо. Я слышал, на этом рынке очень любят серебро. У меня есть для тебя кое-что. Думаю, тебе нужен Григорий. Смотритель порта? Прости, но кто ты? Тот, кто хочет поторговать с Григорием. Я и так уже слишком много тебе рассказал. Уходи. Ты что-то говорил про серебро? Я хочу потратить очень много. Уличным попрошайкам столько не дают. Эй! Я не попрошайка. Я кое-кого знаю. Ты не об Игле? Вы с ним договоритесь. Хочешь поторговать? Иди к статуе, что возле восточных ворот. Ладно. А ты береги себя. Ты мне? Ха. Да у меня самый большой меч в округе. Thank you.
толстые повозки и метка из черной ткани. Вот это место. Среди крыс прячешься, игла. Ну-ну. Должен быть какой-то другой путь. Здесь мне точно не рады. Звон металла. Мастерская в канализации. Что игла там делает? Серебро. Часть до сих пор в ящиках. Его тоже забрали у торговцев. Слитки и монеты. Но для чего им это нужно? Странно, меня ничуть не удивляет то, что ты здесь. Ты! Тебе тут не место! Здесь у нас дела ведутся честно. Это твои слова? Но ты купаешься в серебре, полученном за изъятый тобой товар. Ты игла или один из его подручных? Все куда сложнее. Ткань этого мира продрана. Сплошные дыры да лоскуты. Нужен человек, который смог бы это зашить. Человек с твердой рукой,
Кто может вдеть нитку в иглу? Кто-то вроде меня. Поэт, ты паршивый. Но хотя бы на вопрос ответил. Да уж, у каждого свои слабости. Твоя — это решетка, что нас разделяет. Думаешь, я по зубам твоим людям? О, я в них не сомневаюсь. Люди Алой Руки верны нашему делу. Чего нельзя сказать о торговцах. Убить его! Потом ищите меня на рынке! Эй! Новая добыча! Чей удар будет последним? Звон металла. Мастерская в канализации. Что игла там делает? Они выплавляют из серебра слитки и монеты. Но для чего им это нужно? Обещаю, что найду серебро. Все это серебро переплавляют в монеты. Oh!
Да-д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 а
Странно, меня ничуть не удивляет то, что ты здесь. Ты! Тебе тут не место! Здесь у нас дела ведутся честно. Это твои слова? Но ты купаешься в серебре, полученном за изъятый тобой товар. Ты игла или один из его подручных? Все куда сложнее. Ткань этого мира продрана. Сплошные дыры да лоскуты. Нужен человек, который смог бы это зашить. Человек с твердой рукой, кто может вдеть нитку в иглу. Кто-то вроде меня. Поэт, ты паршивый, но хотя бы на вопрос ответил. Да уж, у каждого свои слабости. Твоя — это решетка, что нас разделяет. Думаешь, я по зубам твоим людям? О, я в них не сомневаюсь. Люди Алые Руки верны нашему делу. Чего нельзя сказать о торговцах. Убить его! Потом ищите меня на рынке. Один! Копьё бы тебе в зад погнать, шавка! For them, that, it's the sword that we stick on when you've wanted. Thank you.
грязный мерзавец ускользнул. Я покончу с ним на Копергейтском рынке. Давай, пройдемся. Гулять хорошо. Григорий! Славно, когда есть воздух, запахи, звуки. Прошу, Григорий, я не думал, что это важно. Всего пара монет. Тише, тише. Я понимаю. Это не твоя вина, а моя. Ведь я решил, что ты не пустоголовый тупица. Я столько серебра отдал тебе, что мне стало нечем кормить себя и своих детей. Прошу, пойми. О, Господи! Торговцы Йорвика, я обещал вам будущее, полное возможностей. И какой мелочи просил от вас взамен? Ты помнишь, какой? Верности. Верности! Пусть это послужит уроком для всех, кто думает, что может мешать мне и моим делам. Я здесь веду дела. Я решаю, что и как. Вы подчиняетесь. Забавно. В детстве я думал, что снег — божьи слезы, замерзшие из-за наших грехов. Слабый, голодный, я смотрел в небо, надеясь, что он плачет обо мне, хочет меня спасти. Но не Бог меня спас, а тайник. Он дал мне крышу над головой, сытную пищу, теплую постель. Впервые кто-то протянул мне руку помощи. Был добр ко мне. Пожалел. И тогда я дал себе клятву. Я поклялся, что никогда не предам того, кто, в отличие от Бога, мне помог. И ты служил тайнику, прекрасно зная, что происходит? Мы встретились благодаря Ордену. Я был у Ордена в долгу и отплатил тем, что спас этот город от гибели. Долг жизни — сильное чувство. Оно захватило всю его Хук и поглотило ее. Но сам-то ты не стал никого жалеть. Сколько людей пострадало из-за тебя, ради твоих целей? Верно. Может, я и заслужил смерть. Но я лишь спица в большом колесе. И оно все еще крутится. Пока что.
Там, куда ты попадешь, а тебе плакать не будут.